Сегодня 1 июля. Мэр Магадана Юрий Гришан принял участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации. С 8 утра на всех 39 участках города началась процедура голосования. Глава Магадана отдал свой голос на именном участке «Пионер» при Дворце детского и юношеского творчества. Участки подготовили к этому дню, соблюдая все требования медицинской безопасности. На входе у избирателей измеряли температуру и просили применить средства гигиены – стерильные маски и перчатки. Сегодняшнее голосование – это голосование за новый этап развития России, это за новые общественно-политические отношения, это за новую социальную политику, за новые социальные гарантии. И я думаю, что каждый человек должен быть причастен к процедуре голосования. Вот сейчас у нас 10 часов утра. Участки все в городе Магадане открыты. Я пришел на свой вот участок в дом детского, дворец детского и юношеского творчества проголосовать. Всего на 5-м участке более 1300 избирателей. В первый час с момента открытия участка отдать свой голос за поправки в Конституцию пришли 11 человек. Также накануне избирательная комиссия выезжала на 9 адресов для проведения голосования на дому. Досрочно здесь проголосовало 496 магаданцев.